пьяные, везде пьяные. Дефолтная ситуация. Машинка такая прикольная. Ну, была прикольная. Немножко мятая. Неправда. Ты все наговариваешь. Это мало денег. Амброзия. Раньше мы ходили сюда в кино, а теперь просто клуб. Дефолт наверняка про нас знает. Да. И наверняка ждет меня. О, да это же на E3 показывали как раз. Но... Он так вот здесь медленно так шел такой. Зачем нам профайлер активировать? Проберитесь в театр. Вышибало. Он же нас не пропустит, да? Что сделать, чтобы он нас пропустил? Через задний вход какой-нибудь. Интересно, какие у вас беседы там? Ага. Взломать. А что там? Оп-оп. А, вон он что. Вышибалу можно взломать теперь. А до этого почему нельзя было? Кстати. Я Дефолт. Добро пожаловать. Нифига себе. Пока говорил, просвечивалось, видел, да? Изображение Дефолт. Угу. А вон картинка выше. Вот она. Так, какая-то большая шишка, я смотрю, и очень умная. Следуй за мной. Черт, а он спит. Смотри-ка, хакнул систему профайлера. Играет со мной. Ну что же, продолжай. Однако. А, так это вообще манекен, что ли, лежит? А, нет, живой. Ну просто нехорошо. В общем, ищи телефон. Людей надо сканировать, я так понимаю, да? Угу. Динг. Ну куда то пошло? Где его искать вообще? Ага. Все левый. Где там еще сидит? Он. Так, наверх. Ага. Ага. Как на второй этаж попасть? Здесь, что ли? Вот прямо лестница, нет? Или что это? Да. Я дефолт. Следуй за мной. Нет, лестницы здесь нет. Не здесь, но это же не прямо, это направо ушел.
Вон лестница. Вон лестница, ага. А с другой стороны? А, тут вообще ничего. Странно. Это очень странно. И чё? Почему я просто перелезть не могу? Ну, охранник типа. Давай еще искать. Где-то еще должны быть заходы, по-любому. Га, там разговорщики. Право, смотри направо. А, там. Нет там времени, ничего. А можешь камерами как-то допрыгать? Так или я... А, вот камера. Я смотрел, но как-то не видел. Это был сарказм. Ох. Ох, ну нифига себе. А, нет, стоп. Вроде все не так плохо. Только не понимаю, что делать. Так. Не понял. Вот так. Ага. Ого. Да уж, очень умно. И не говори. Столько всего крутить можно. А куда нам попасть надо? Вот сюда. Так. Здесь есть. Теперь с правой стороны нужно все починить. Ну-ка, не мигай там экраном. Ау. Камера нужна. Вот он, дефолт. Ну привет. Фига ногой. Это нас приветствует. Ага, догоните. Ого, у тебя 20 секунд. Бегу. Ах ты гад! Ах ты козел. Ага. Ого, даже так? Ты не с тем связался. Уж что-что, воевать-то можно. Трое еще.
Бежим! Ай, вызывает подмогу. Ага. Да нет, он уже мертв. Там никого нет. Ну что, я так попугать. Берегись. Бах! Где там? Вот он. Перезарядить. О! Чё? На сенке. Что? Но это не дефолт. При чем тут дефолт-то? Ну не знаю, а чего тогда? А ты обратил внимание, что у него там кусочек кода был? Обратил. Эх, не докидываю. Нет, это не там. Ругаются. Опять устранители. Они, конечно, профи. Но дефолт взорвался. Еще не знает нам. Главное не отстать. А там уж Тибон все вытянет. А куда? 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 Почему столько точек? А, поймать. Почему туда достичь? Зачем они меня путают? У дефолта есть какой-то нехилый. Не успеешь, да? Не знаю. Эти твои штучки могут глючить. Ты полегче с ним, иначе плакали данные. Он уходит. Да вон же он, ну. Да они меня запутали этим количеством меток. Почему именно там я должен спуститься, а не главное здесь? Главное не отстать, а то, может, Тибон все вытянет. У дефолта есть какой-то нехилый дешифратор. Эти твои штучки могут глючить. Ты полегче с ним, иначе плакали данные. Он уходит. Выманивай! Сейчас засечем! Скорей! Хватай все, что можешь, когда я подберусь! Ать! Угу. Сливать нам данные, короче. Ага. Походу. Короче, не отставай! Вот так! Я влезу в его файл, а он не заметит! Извините! Да, извините. Поехали! О, черт! Ты в курсе, что у него там? Кое-что знаю. А что? Там весь город. Деятели профсоюза, чиновники. Тут липовые контракты, взятки. А это что? О, зажимай его. Сет-чаты. Ёбаный шантаж, стоп. Да тут DCTOS. Продолжай копать. Ирак зря времени не терял. Зараза. Нехилая база данных. Выше. Эти ребята с помощью CTOS на выборах. Ха-ха-ха. Ищи своего Рашмара в мэры. Мэр Чикаго подставил. Бежать за ним, что ли, теперь? Ну, да. Вот так сюрприз. Как они это сделали? Какой-то дикий код. Прямой подтасовки не было. Ничего не понимаю. Куча грязного белья. Мечта шантажиста. Качаю дальше. А что именно мы тут ищем? Видео. С одной женщиной. Она мертва, но именно из-за этой записи начали преследовать меня и мою семью. Это будет долго. Ай. Потому что спринтовать мы не умеем. Упустишь ведь? Отстань. Умный очень там. Угу. Там что-нибудь взорвать можно? Ой, отстань. Пулькает там еще
бежит. Косой. Можешь пострелять в него? Нет. Ну ладно. Мы его убьем. Хотя нейтрализовать же написано, то есть в принципе можно убить. Но главное, чтобы прямая была, а то он сейчас это... Ой. Нет, ты прикольный, конечно. Руки у тебя длинные. Прошу, скажи, что мы все нашли. Вроде бы да. Как минимум то, что нужно этому психу. А ту женщину, хоть одно видео с ней есть? Не, чел. Я лично не находил. Уверен, что она у Ирака? Нет, но он хотел его стырить. У кого? Ну, у кого? Что у кого? Стырить. Как-то непонятно. Побил его, оставил там. А как ты до него дотянулся? Через этот бортик? Как? Я же это... Мститель. Да. Почти как Супермен. О, навыки. Хорошо. Решил тебе рассказать. Я никогда не видел контракт с таким количеством нулей. Ты их допек, друг. Да, я в курсе. Не-не, ты послушай. Тут все по-другому. Похоже, на тебя ополчились все. Проваливай из Чикаго живо. Устранители с тебя не слезут. Все равно найдут. Спасибо, Джорди. Ну да, ты не послушаешь, но я хоть попытался. Главное, чтоб сам не пошел. Вот это да, он же наемник все-таки. Ты почистил ту запись. Послушай. Брент Ольстер, зайдите к начальству. Брент Ольстер. Ники звонила оттуда же, где делали это объявление. Брент Ольстер. Отлично. Пожалуй, запущу поиск. Ага. Нашел. Ники там. Я знаю. Верни ее, братец. Да, это развяжет нам руки, как минимум. Извините. Далеко нам ехать? Не хочется машинку эту бросать. О, придется бросить. Давай-ка зайдем внутрь. А, все, нет звуковых файлов. Ладно. Магазин одежды поблизости есть? Нет. Как-то нет. Ну, не то, что поблизости. Да вообще поблизости нет. Ты видишь где-нибудь? Нет. Вот и я не вижу. А что значит нет? Мне, значит, можно так говорить, да? Что? Как можно? На мое нет. Что значит нет? Извините. Он жив. Нам не засчитали минус репутации. Прикольно. По-моему, он дымится, да? Да. Вот да. Идиот, господи. Такой лег и лежит. А что ему не нравится-то? Да у тебя мультик дымится. И что теперь? Ну дымится. Починим потом. Уверен? Он тебя еще трахтит как-то очень странно. Починим потом, это значит новый где-нибудь надыбаем, да? Да. Украдем. Нет, почему? Угоним. Можем, закажем. Купим. Катер ты только что заказал, да? Че ты придираешься вообще? Вот кому-то не повезло, в должности понизили. Зуба мне сидит тут договаривает. Закажем. Ага. Где портфель? Ага. В
внизу. Нафига я сюда залез тогда? Да, вот здесь где-то, на этом уровне. О, опять ой, сразу время. Да, здесь что-то здесь фигня по сравнению с тем, что было до этого. Взломать. Что еще тут можно взломать? Давай-ка взломаем вот это. Дури башка, писать мне на имейл. Писать. Чего? Тупица! Инфо в кейсе, наш смертный приговор. Это конец, твою мать. Могли же по старинке. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Так, все, да? Угу. Видимо, все. О, сейчас на бетономешалке поедем. Ну теперь можно говорить с чистой совестью, что ты заказал бетономешалку. Угу. Смотри, видишь, какой я полезный? Ага. А, так и бегаю медленно. Оп! Ты! Читер! Ты читер! Хватит. Капец. Шустрый парень. Я почему-то сразу Люди Икс вспомнила. А потом Люди в черном. Я там этот... прыгал наверх в самой первой части, помнишь? Ага. Так он прыгал. Ну, он вообще залез как-то. Прям по стене. Забежал. Вот, еще раз заказал бетономешалку. Это наша. Уже. Мы на ней ехали. А перед этим ты ее тоже заказал? Стоп. Интересно, а бетономешалка хорошо прыгает? Думаю, не очень. Давай проверим. Давай. Черт. Да блин. У нее просто задний ход какой-то медленный. Сейчас как разгонюсь. Неудобно там поворот. Да, неудобно. Но может получится еще. Нет! Черт! Ну ладно. Поплаваем. Кто здесь поставил тоже трамплин? Вот не было бы трамплина, я думаю, долетели бы. Нет? Мне кажется, долетали. Ты не вписывался. Че ты? Надо чем-нибудь доказать, а то пешком бежать. Не, мы уже пришли почти. Давай здесь ладно. Файлик Мариса расшифруем еще. Давай. Где-то прямо здесь. Ага. На втором этаже, наверное. Колитесь. Где файлик? Вот он. Нет, 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 нет! Что он делает? Она так смотрела! Твою мать! Все идет к чертям! Я нашел Пирса, вычислил машину, подъехал. Плевое дело! Выстрелил в висок! И подобав... Mm-hmm.
так вот. Угу. То есть вообще должны были просто его застрелить и все. Ну да. Так, начинаем. Нашел Ники. Наконец. И Дэмиан не в курсе. Теперь осторожно. Там охрана. Надеюсь, Ники готова. Ники, Ники. Будь начеку. Эти хрены наняли устранителей для охраны. С этими ребятами шутки плохи. Я в курсе, взломаю незаметно. Меня не засекут. Вон ту штуку, легко. А, нет, не легко. Угу. Может как-нибудь через стороны, крышу, да? Через окошко там. Аккуратно, кстати. О, все, это выше. Не могу через окошко. Поднялся. Просто вон справа человек на этом же уровне где-то. Видишь, ярко светится кнопочек. Ну, в смысле, точек. Угу. Ить. Я понимаю, что так неправильно, как бы, но почему нет? О. Вот она. Так. Камера. Взорвать. Это мы сейчас таким макаром будем? Выводить будем, да? Ну это же странно как-то. Проще было бы самим все сделать. Телефон охранника. Угу. Ники, это я. Эйден, где ты? Тут везде охрана, один охранник. Я не знаю, что с ним. Зато я знаю. Я тебя вытащу. Не вешай трубку. Я тебе помогу. Нет, меня найдут. Ники, там пистолет. Подбери его. Мало ли что. О боже, ужас какой-то. Эйден, я не умею стрелять. Опс. Он... Он упал. Времени нет. Делай, что я скажу. Я его убила. Ники, слушай. Тебе нужно идти. Я буду подсказывать. У какой? Он еще дышал. Тот парень... в которого я попала. Может, нам вызвать скорую? Угу. Нам ее туда надо, да? Угу. А как бы его туда привлечь, вот? О, знаю. Я стреляла-то только с папой на охоте. И это были кролики. Давай. Вперед. Такие все активные. А вдруг я его убила? По-моему, я его убила. Я не хотела. Пистолет сам. Оп-оп, там. С той стороны тоже бил. Смотри, идет. Да-да-да. Пусть они сейчас туда все пробегут. Я его попробую сюда. Ага. Ты видел его лицо? Он так удивился. Вчера он мне одеяло принес. Черт. Еще надо один вернуться. Вот. Ау! Еще жив. Ники, фу. Послушай меня. Слушай, я выведу идет, тебя. Идет. Да. Ладно. Да. Ах, как неудобно. За синюю камеру камер сложно. Не вижу других. Ой, черт, уже вышел. Не понимаю, как ты можешь. Так же нельзя жить. Ты так всегда? Ты убиваешь, Эйден? Опс. Как же так? Так черт. Нельзя. Все, хана. Ах.
еще дышал? Тот парень, в которого я... Может, нам вызвать скорую? Черт, это откуда? Как его уводить отсюда? Быстрее. А плавать она умеет, интересно? Да нет, я попробовал. Не получается ее туда отправить. Я стреляла-то только с папой на охоте. И это были кролики. Смотри, в этот раз он не идет. Пригнись. О, пошел, пошел. Здесь никого, продолжаю. А вдруг я его убила? По-моему, я его убила. Я не хотела... Пистолет сам. Повезло. Я смотрю нам. Теперь беги к машине. Садись и езжай. Быстрее. А, даже вот так. О, хорошо. Уходите. Все хорошо. Надо только вытащить вас с Джексом из города. Как Джексон? Боже, он сказал, что ты мертв. Сказал, что убьет меня. Где Джекс? Я должна его увидеть. С Иоландой. И тебе надо ехать к ним. Я вас найду. Бери Джекса, прячься и не звони. И не давай ему планшет, пока все не стихнет. Так, фу. Угу. О, навык. Рад за Ники, да? Думаешь, все в порядке? С Ники может быть, но не с тобой. Не хочу тебя огорчать, но к тебе гости. Полиция узнала, кто такой Мститель. Думаешь, это игра, Дэмиан? Ну да. А что же еще? И я вошел во вкус. Ты меня огорчил. Мы же партнеры. Что тебя не устроило? Масштаб? Нет, ты жадный упырь. Мне пора. Ты лицемер, вот и все. Удачи, партнер. Копы жаждут встречи. А нельзя его имя туда вписать? Что, типа, база ошиблась, там все такое? Надо. Надо это сделать. Собирайтесь. Скоро подъеду за вами. Много не берите, только самое нужное. Хорошо. Тогда мы с Джексом тебя ждем. Такая радостная. Угу. Смотри-ка, здесь какое-то убийство опять. Мост поднимается или... Я думаю, это где-то снизу. Под мостом. Не, я понимаю. Сейчас бахнется. Нет? Нет. Где-то здесь. Вон она. Угу. Жители заметили его в центре Чикаго. Неслыханная дерзость. Есть мнение, что он специально выставляет полицию в дурном свете. Скажите, как вы оцениваете действия полиции? Прав он насчет копов. Он преступник? Может, даже убийца? Почему он еще на свободе? Мой брат коп. Он отличный коп. Порядочный. Дело в дурацкой CTOS. Из-за нее число патрульных сократили, а бандитов все больше и больше. Как тут справишься? Все выезды из города перекрыты. Выбраться отсюда невозможно. Нельзя оставлять такое безнаказанным. Но скоро убийцу поймают. Жизнь в нашем городе вернется в привычное русло. Угу. Мечтайте. Надо, да, как-то это... Дэмиан надо туда перезаписать. И убить. Вообще... Зачем убить? Пусть посадят.
Нет, таких надо сразу убить. Пусть сидит и мучается. Вторую ногу сломать. Ага.